В Америке начался сезон торнадо. Это атмосферное явление происходит ежегодно с приходом весеннего потепления. Сезон 2013, как бы он ни развивался дальше, уже войдет в историю. Вихрь ужасающей силой пронесся по центральной части Оклахомы. Полностью разрушены несколько районов города Мур, где проживает 55 тысяч человек. Дома, построенные в традиционном для американского юга стиле, из легких конструкций, разлетелись в щепки. Можно считать огромным везением, что число жертв оказалось довольно низким. Ведь не во всех домах и даже не во всех школах имелись специальные подземные укрытия. Дело в том, что по расчетам метеорологов, вероятность прямого попадания торнадо по городу Мур составляла всего 2%, при том, что именно этот регион каждый год становится эпицентром разрушительных смерчей. Местные жители предпочли риск строительству дорогостоящего бункера. В Америке у многих сейчас возникает вопрос, Вопрос: имеет ли смысл восстанавливать город Мур на том же месте? И если да, то может быть стоит внести изменения в правила строительства в этом регионе. А пока на месте стихийного бедствия пейзаж как после взрыва атомной бомбы. Природу торнадо изучил Евгений Маслов. Сильный торнадо буквально разметал Средний Запад. В Оклахоме. Таких последствий от удара стихии не было уже 14 лет. Масштабы разрушений велики даже по местным меркам, где торнадо не редкость. Город Мур, по которому прошелся смерч, превратился в равнину. 24 погибших, среди которых несколько детей. Смерч пронесся через город и его пригороды, оставив за собой след в 20 километров длиной. Две школы, оказавшись на его пути, разрушены до основания. Как выяснилось позже, в них не было рекомендованных бункеров на случай торнадо. Живя в Оклахоме и служа в армии, ты думаешь, что готов ко многому. Но то, что произошло, к этому был не готов никто. Никто этого не ожидал. Я ничего не мог увидеть. Я помню, что было очень громко. Я также не мог слышать, что говорят. Скорость ветра превышала 400 км в час. Торнадо, поразивший Оклахому, получил категорию, близкую к максимальной. На кадрах любительской съемки хорошо виден его размер. В диаметре около 4 километров. Исполинская воронка сметала на своем пути дома и разбрасывала, как игрушки автомашины. Торнадо вызвал фронт низкого атмосферного давления, продвинувшийся вглубь материка с Мексиканского залива. На карте метеорологической службы США хорошо видно, что Оклахома словно в эпицентре этого фронта. Президент Обама объявил часть штата Оклахома зоной стихийного бедствия и пообещал финансовую помощь пострадавшим из федерального бюджета. Нам пока неизвестны истинные масштабы разрушений и потерь, но мы в наших молитвах вместе с жителями Оклахомы и можем их заверить, что не оставим их без помощи. Конечно же, в целом торнадо сюрпризом не был. Центральные районы Америки, замкнутые между двумя горными хребтами, ежегодно подвергаются нашествию смерчи. Существует даже специальный термин – аллея торнад. Стихия разрушает поселки и города, которые затем отстраивают заново. Предложения не восстанавливать в особо опасных местах города звучат уже не в шутку. Но в реальности процесс диаметрально противоположный. Понимаете, что происходит? Эти районы Среднего Запада динамично развиваются, и пригородные жилые кварталы там год от года растут. Да, мы можем определить приблизительную географию нашествия торнадо, но точно предугадать, где образуется торнадо, невозможно. К концу недели федеральные власти в США объявили о том, что ущерб от торнадо, уничтожившего город Мур, может превысить 2 миллиарда долларов. Это больше, чем стоимость разрушений в городе Джоплине, штат Миссури, в 2011 году. Сезон торнадо в США только начался. Он продолжается с 15 мая по ноябрь. И, судя по тому, как стартовал, в этом году может достичь рекордных показателей по числу торнадо на великих американских равнинах. Евгений Маслов, RTVI, специально для «Эхо недели», США. Наш корреспондент Евгений Маслов, чей репортаж вы только что видели, сейчас находится в информационной студии RTVI. Женя, скажите, пожалуйста, почему все-таки такое количество жертв? И как можно было его избежать? Можно ли было бы сделать так, чтобы жертв было меньше? Ведь торнадо случаются в этом регионе каждый год. Совершенно верно, Владимир. Мы, готовясь к этому сюжету, встречались и беседовали со многими экспертами и метеорологами американскими. По их словам, последние 20 лет американцы используют новейшую систему радаров, которая позволяет предупредить о приближении торнадо за 15-20 минут. И сейчас жертв, конечно же, меньше, чем раньше. Но, тем не менее, срабатывает человеческий фактор. Кто-то не услышал предупреждение, кто-то его проигнорировал, а кто-то и вовсе не обзавелся необходимым в этих регионах убежищем от торнадо, который рекомендуется властями. Вот, кстати, об убежище. Действительно, ведь рекомендуется властями. А почему люди их не строят? Почему в зоне, где бывают землетрясения, все-таки строятся есть устойчивые дома? А в Оклахоме, где бывает торнадо, решили не построить укрытие? Ну, во-первых, это не такая уж дешевая затея. Во-вторых, американцы, как вы знаете, не любят у указательных инструкций со стороны государства. А тем более на юге. Мы говорим о Среднем Западе настроенном консервативно и республиканский. Там особенно не любят никаких инструкций со стороны властей, что и как делать. Да и сами представители американской власти там считают, что американцы люди взрослые, и они разберутся. И их, их функция сводится лишь к тому, чтобы предупредить и предложить. Ну, разве что этим можно объяснить такое положение вещей. Ну что ж, спасибо большое, Женя.